Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 57. Задание на полях. Назови фигуру одним словом. На первом рисунке мы видим шестиугольник, на втором рисунке четырехугольник, дальше треугольник, пятиугольник, четырехугольник и квадрат, который тоже является четырехугольником. Все эти фигуры можно назвать одним словом – многоугольники. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.